Как вы знаете, сегодня состоялось 13-е заседание Межпарламентской комиссии сотрудничества. С одной стороны, депутаты Федерального собрания Российской Федерации, с другой стороны, депутаты Миллимеджлиса Азербайджана. По ходу работы комиссии мы обсудили весь круг проблем, которые были согласованы до начала заседания. Это вопросы и миграционные вопросы, и вопросы сотрудничества, научно-технического сотрудничества, обмена информацией, а также вопросы поощрения защиты инвестиций и многие другие вопросы. А также отметили успехи в решении определенных вопросов, которые обсуждали на предыдущих заседаниях, и наметили программу на следующий год, до следующего заседания нашей комиссии. Работа идет очень успешно. Мы отметили это особо, что сотрудничество между Российской Федерацией и Азербайджаном во всех сферах идет достаточно высокими темпами, достаточно успешно. И самое главное, в условиях равноправного сотрудничества, равноправных партнеров, взаимного уважения, соблюдения всех тех правил, которые мы согласовали. Сегодня состоялась также встреча с уважаемой председателем Совета Федерации, госпожой Матвиенко. Мы доложили о результатах заседания нашей комиссии, о планах работы нашей комиссии, о перспективах нашей деятельности. Получили поддержку по ряду вопросов. И я уверен, что те программы, те задачи, которые мы поставили перед нашей комиссией, они будут решены. И мы внесем свой вклад в развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Азербайджаном. Самое главное, сотрудничество идет на условиях взаимного уважения, соблюдения согласованных договоренностей, так как должны сотрудничать равноправные партнеры.